Микопа. В Бенгалии был торговец, который всегда бесплатно давал продукты одному йогину. «За что ты так почитаешь меня?» – однажды спросил тот. «Мне самому нужно что-то взять с собой в путь к будущему рождению», – ответил торговец. Йогин дал ему посвящение и наставление, вводящие непосредственно в истинную природу ума. Обычному уму, хоть он и подобен драгоценности, сансара и нирвана кажутся чем-то различным, но все зависит от того, способны ли вы понять вещи прямо. А для этого следует присмотреться к неизменной природе самого ума. Какая двойственность может возникнуть, если этой природы просто не существует? И в вещах вокруг также нет ничего реального. А когда мы чувствуем иначе, мы попадаем в плен к иллюзиям и страстям. Торговец понял, что все вещи возникают в пространстве ума. Осознав, что в действительности это пространство неизменно, он разрушил все заблуждения в кратчайший срок и за 6 месяцев добился понимания истинной реальности. При этом он жил на кладбищах вместе с сумасшедшими. Принявшись переходить из города в город, он вел себя как животное и все время вращал глазами. Люди говорили: «Учитель глядит, как гневное божество». Он стал повсюду известен под именем Микопа и руководил многими в изучении наиболее глубоких аспектов дхармы. Описав пережитые им опыты, он в своем теле ушел в ясный свет.